наступил момент, который все так долго ждали. Лига Про FC с гордостью представляет вам главное событие сегодняшнего вечера. Трехраундовый бой в легкой весовой категории. Финал Гран-при Про FC! И в клетку приглашается боец из Москвы, Камиль Магомедов! Ваше внимание на экран! Подготовка проходит хорошо. Советовали со своим руководством клуба «Крепость». Пришли к мнению, что конец подготовки будем проводить в родном моем городе Махачкале под руководством Сухраба Магомедова и Армета, тренера по физподготовке. Спарринг-партнеры бывают Марат Гафуров, Магомед Магомедов, Тигр. Поначалу у нас немного было шума, была предыстория перед боем, но сейчас это все немного затихло. И сейчас, которые посты, они меня никак не провоцируют, потому что я даже не вижу, чтобы он там меня задевал. Я даже не думаю, что он с такой целью это все делает. На Про FC, и скажу честно, что нигде не слышал такой поддержки. Сопернику пожелаю здоровья, это главное в нашем деле. Oh!
добро пожаловать в клетку второй финалист из Коронаватайс Владимир Колтунников! Внимание на экран! Первый этап подготовки к моему бою проходил в Таиланде с моей новой командой «Стрела Тим». Мы посетили клуб «Пхукет Топ Тим». В нем, в принципе, проходили все мои сборы, делали упор на мою физическую подготовку, ну и больше делали техники, уделяли внимание партеру и работе в стойке. Ну, как таковой, как по мне, в принципе, никакой стычки не было. Это весь хайп, вся шумиха поднялась после моего поста, после фотографии. Ну, я не знаю, это все уже позади, и я настроен уже конкретно на бой, вот, из которого я хочу выйти только победителем. Я изначально говорил, что хочу, намереваюсь выиграть это гран-при. Вот, и все разговоры позади, у нас впереди одна неделя до боя, и все. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто за меня болеет, всех, кто приходит поддержать, кто приходит на каждый мой поединок, кто звонит, молится за меня и просто держит кулаки. Там, в экранах телевизора хочется поблагодарить всех. Я чувствую, для меня это очень важно, ваша поддержка. Клетка покажет и бой рассудит, кто выйдет победителем.
так, чтоб свое брать. Чему быть тому не виноват? Палач у меня костников миловать. На обувь ставни не двери на засок. На 40-40 по срок пришел слов за поясок. Дамы и господа, партнер боя — транспортная компания TimeXC-Trans. Главный судья — Джамбул Задзане. Судью клетки — Армен Асланян и Дмитрий Барышев. Ваш судья-хронометрист — Мераб Шубитидзе. И с ударом гонга ваш рефери в клетке — Армен Ананян. Итак, дамы и господа, на трибуну. Миллионы фанатов смешанных единоборств во всем мире. В прямом эфире на телеканале «Матч Боец» с арены спорткомплекса «Экспресс» города Ростова-на-Дону. Главный бой вечера — финал Гран-при Pro FC. Представляю вам соперников и первый бойца слева от меня. Ему 24 года. Рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов. Его профессиональный рекорд — 6 боев, 6 побед, ни одного поражения. Чемпион Европы, обладатель Кубка России, серебряный призер чемпионата России по ММА, чемпион СКФО по грэпплингу и серебряный призер России по тайквондо. Дамы и господа, представляющий бойцовский клуб «Крепость» из Москвы, приветствуйте Камиль Магомедов! И его соперник в финалу справа от меня. Бойцу 23 года. Рост 178 сантиметров, вес 70 килограммов. Профессиональный рекорд также не знает поражений. 7 боев, 7 побед. Многократный чемпион России по рукопашному бою. Мастер спорта по рукопашному бою, представляющий клуб «Стрела» из Катайска, приветствуйте Владимир Капунников! А через середину. Джентльмены, бой ведем честно, правил не нарушая. Еще раз напоминаю, головой бить нельзя, по затылку, по позвоночнику не работаем, за сетку, за шорты, перчатки не хватаемся, честный, красивый поединок. Мы профессионалы, честно работаем. Пожаю руки, разошлись по углам. Итак, два бойца, не знающие поражений, но победителем из клетки с поясом выйдет только один. Thank you.
Окончен первый.
Активность, боец!
ничего нельзя, отдали в руку. Пацаны, чтобы на себя не натащили. Правую ногу! Ноги шире, брат, да? Да, руки снизу, брат, держи. Отсели, брат. Держать. Руку контролируй, руку убирай. Руку убирай, брат. Вот так, убери руку. Уходи оттуда. Вот! Привет, привет, привет.
Итак, уважаемые дамы и господа, по завершении титульного боя обратимся к судейским запискам. Итак, судья Асланян, 30-28, судья Барышев, 29-27 и судья Дзяцаля, 29-28. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу, остается незнающим поражением и стал чемпионом Гран-при в легком весе Владимир Кантунников! И аплодисменты его сопернику по финалу Камилю Магомедову! Слово победителю! Последний. Для меня этот бой очень важный, принципиальный. Как на последний, повторюсь, у меня даже на майке написано «Лас Танго». Только мы не танцевали с Камилем. Это был настоящий бой. Может, не особо зрелищный, но для меня этот пояс очень важен. Наверное, важнее, чем какое-то зрелище. Я хочу посвятить эту победу всей своей семье. У меня очень много в марте событий в семье произошло, и плохих, и хороших. Я посвящаю, в первую очередь, этот пояс, эту победу своей бабушке. Я знаю, она видит все это с небес. Бабулечка, я, может быть, был не идеальным внуком, но это победа для тебя. И также я хочу посвятить своим родителям, своему брату. У них у всех в марте были дни рождения, и, конечно же, любимой девушке Кристине. Я тебя очень люблю. Также моим ученикам, кого я тренирую в Батайске, в спортивном клубе «Виктория», своему первому тренеру Джамалдинову Джалалу Низамовичу. Может быть, я не знаю, он всегда верил в меня, и я старался соответствовать этому. Также я хочу поблагодарить руководство клуба «Стрела», клуба «Пересвет». Я в клубе «Пересвет» вырос как боец. Я благодарю руководство Александра Шабля. Он был для меня как учитель. Он и сейчас таким является, моим другом и учителем. Я очень благодарен ему. Спасибо «Про-ФСИ». Я тут тоже расту как боец. И в дальнейшем я хочу подраться за титул чемпиона этой организации. Я всегда привык идти до конца. И для меня будет незавершенным дело, если я не подерусь за настоящий титул. Этот пояс очень важен для меня. Но я хочу биться за настоящий чемпионский пояс. Спасибо всем. Спасибо Ростов. Спасибо Батайск. Владимир Канунников!